Снеговича. Музей сказок. Также Отто, снежное чудовище, которое извергает холодное пламя, что замораживает. Смотри. Далее, дамы и господа, ледниковый период. Здесь вы встречаете Мэнни. Сказки ледниковый период. Это молодое зрение, которое удалось сохранить. Также скрадцевые зубы Крисовелкова над этим же пристрастием желудям. Грешные эти полевые стороны инсталляции – это братья Апостола. Отличительная черта кажется в том, что они очень-очень тупые. Также представлен Сидни. Он ленивец. Семейство небоглазовых. Не очень хорошо следить за личной гигиеной, но боится ближнего чувства юмора. Душа компании, любимая его фраза, но все же я очень красивый. По левую сторону Дуняны увидели инсталляцию Папы Яги и Ведьмы. На средстве 200-летнего дуба расположились ингредиенты для того, чтобы колдовать и заклинать. Ведьма, видите, какая? Живет в избушке на курьих ножках в лесу, а также летает в ступе. Ведьма живет в хижине, тоже в лесу, и летает исключительно на метле. Далее, дамы и господа, резиденция Шрека. Кашки-ниндзя, видишь? Тачки. Смотрите. Загадать желание, конечно, оно было всегда одно и то же. Сделать этот мир лучше, королева. Добрее. Такова наша миссия и призвание. Всех сказок. Сейчас, дамы и господа, холодного сердца, пришло да? время провести вам экскурсию без моего сопровождения. Погуляйте по территории музея, рассмотрите хорошо экспонаты. Это время принадлежит вам и начинается прямо сейчас, когда будет нужно, я вас приглашу. Ну пойдем туда смотреть, что ты хочешь. Вон Бабу-Ягу видели? Вон она где. Смотри, какой барабан! Я всегда мечтал побарабанить по нему. Просыпаются герои. Можно туда? Вон Ваня побежал к Бэтмену, Илюха. Сюда. Давай, скорее. Вон Дарт Вейдер просыпается. Уважаемые гости музея сказок, с радостью сообщаю вам о том, что наша экскурсия завершена. Потому что вы часть сказочного королевства, вы больше не гости. Добро пожаловать в сказку, и мы очень верим, что вы призваны хранителем. Я вам желаю удачи в сказочном путешествии и мужества героев. Давай.
Надо отвезти героев на место назад. Где дюймовочка спала? Сказали, что эти двое находились в забвении, что когда проснулись, им просто захотелось с вами поиграть. Что ж, пусть будет так. Уважаемые герои, задача номер два. Поиграть с каждым сказочным персонажем, которого вы встречаете в сказочном королевстве. А ну на маму дзырь. Мама видео. А, маме видео. Видео, ну, вот прошлепала бабка ёжка. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, здравствуй, бабка ёжка. Надо попасть, вот ещё не пишешь. Ой, сейчас с мечами, на мечах будете драться. Вот возле Дедушки Мороза, поэтому доктор Айболит.
Если вы меня слышите, пожалуйста, требуется медицинская сказочная помощь на территории резиденции Дедушки Мороза. Пожалуйста, поспешите. И все те, кому не безразличен этот прекрасный сказочный персонаж, помогите Эльфу обниматься. Может быть, ему помогут конфеты, щекотки. Что-нибудь сделайте. Спасибо. Щекотки, пощекотите его, пощекотать нас. Нужно сделать его настоящим. Не болю. Пощекоти его. Когда сказочным королевством наступает новый день, приятные зрители.